Доброго времени суток. К вашему вниманию MacBook Pro. Попросили дополнительный видеообзор. В данном видеообзоре покажу вам работоспособность клавиатуры, покажу вам работоспособность портов и посмотрим, проверим дисплей на битые пиксели. Смотрите, вы попросили показать, работает ли яркость на самой клавиатуре, то есть если свет. Смотрите, вот мы нажимаем включить, вот такую вот ошибку выдает здесь. Вот, как я понял, что вот клавиатура, свет здесь не работает. Вот я нажимаю, как бы, ну вот, выдает какую-то ошибку в этом плане. То есть тачбар работает, вот как бы я включаю, все отлично, вот как мы видим. Вот они все режимы, вот она клавиатура, но вот здесь выдает такую ошибку. Вот, давайте с вами проверим клавиатуру на работоспособность. Вот, как мы видим, клавиатура работает целиком. Проверим дисплей. Блядь, Артур, что ты тут? Что ты сделал? Секундочку, извиняемся. Запустим тест монитора. Так, этот сайт не работает. Включим другой. Как мы видим, дисплей отличный, ни битых пикселей, ни выгорания. Давайте проверим с вами порты. Порты. Какие здесь есть порты? Порты здесь только Type-C. Здесь два порта Type-C. И все, как бы. Давайте, я не знаю, подключим тогда. Что мы подключим? Давайте поставим на зарядку. Зарядное устройство. Сейчас. Вот, поставили на зарядку. Как мы видим, зарядка идет. Второй порт. Тоже заряд идет. Третий. Все отлично. И последний. Четвертый.